В эти январские дни, несмотря на то, что все праздники уже позади, в городе витает новогоднее настроение. Заразившись им, представители многодетного сообщества Видного собрались своими большими семьями в усадьбе Тимохова-Саласкина на мероприятие под названием «Многоелка». Несколько эпизодов праздника снял наш мобильный репортер. В усадьбе было шумно, многодетно и весело. Полторы сотни ребятишек из 84 семей с радостью водили хороводы со Снегурочкой, вызволяли из плена Деда Мороза и сражались с коварством хохотушки Бабы-Яги. Баба-Яга, вспомнив, что дети пришли повеселиться, щедро одарила их разными интересными подарками. Многоелка получилась непринужденной, задорной и живой. Сообщество многодетных семей Ленинского района благодарит всех, кто помог в организации праздника, а также всех волонтеров и родителей, которые не отсиживались в сугробах, а плясали со всеми.